Привет, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Рейдж. Мы находимся в мертвом городе, ищем тут дефибриллятор, и здесь, надо сказать, очень неуютно. Ничего хорошего в этом городе нет. Куча мутантов. И все мутанты, насколько я успел заметить, довольно-таки опасны. Поэтому следует быть крайне осторожным. Гоп. И готов. Опа. Живой. Готов. Так, приготовились. Хорошо. Так, иди отведай моя картечь. Видите, да, как они по всему перемещаются, на все могут запрыгивать. Насколько хорошая работа здесь, собственно, с перемещением монстра. Да вы... Ну ладно, я бы сказал, это было странно. Так, все, можно спускаться, я думаю. И что-то здесь какая-то опять большая открытая площадка. Видимо, сейчас опять какой-то большой замес будет. О, новостники. Круто. Песком все завалило. Да что ж ты такое, а? Успел цепануть. Так, это похоже автострада какая-то была, скоростной лимит 60 миль. Теперь нам, видимо, вот сюда. Давайте запишемся. Давно не записывались. Блин, опять эта пакость, опять, наверное, слизняки сейчас попрут. Ох, не нравится мне все это. Вы тут живете, что ли? Мутантское отродье. Ну, пойдемте знакомиться с хозяевами этого, без сомнения, гостеприимного городка. Ой! Вон еще идут. Ух ты, какой шустрый какой. Так, короче, похоже, пора валить отсюда. Что-то они не кончаются. У меня два патрона всего осталось. Или они кончились? Ну ладно. Туда я явно не хочу. О, госпиталь, больница. Мы добрались до пункта своего назначения. Так, у меня шестеренок, по-моему, так и нету. Это печально. Ой, ну ладно. Чем-то таким неуловимо сталкеровским все это отдает. Сталкеру бы такую графику, конечно.
Тихо. Ракетница. Круто. А, ну это может означать только одно. Сейчас будет против кого ее применять. Пойдемте посмотрим. Твою мать. Я так и знал. Давайте сохранимся. Че, хапнул? Я еще не так могу. Упс. Похоже, ему где светит, сюда надо стрелять. Да, точно. Ой. Получи. И распишись. Я надеюсь, тебе понравилось. Так. Патрончики. Упс. Какая бандура. Получи. Да ты совсем не сложный, оказывается. Упс. Что-то вообще никакущий босс. А, казалось бы, хард стоит. Что-то вы ID расслабляетесь. А, так, секундочку, ко мне зашли. А, короче, все. А, так. Ну, надо сказать, это было вообще несложно. А, могли бы хоть не подсвечивать эти зоны, что ли, чтобы самому как-то допереть там смерти с третьей, с четвертой. А, нельзя быть настолько дружелюбным к игроку на харде. Но, тем не менее, ладно. Не такой уж ты и страшный. На тебя как-то залезть, может, надо? Похоже, что нет. Пойдемте дальше. Ой, братень, умер тут, да? На операционном столе. Бедолага. Блин, такая жесткая, надо сказать, атмосфера. Заброшенности, затхлости. Успокойся. Операционная. Это явно операционная, значит, нам наверняка дренажные губки. Это явно не то, зачем мы пришли, но, по-моему, именно тут то, что нам нужно, и находится. Набор электрика. Какая пакость, посмотри. Что за биомасса, вообще непонятно. Ох, я представляю, какой тут запах. Не-не-не, только не так. Ой, иди в жопу, а. Так, надо валить отсюда. Надо валить. Пожалуй. Ох, а, блин, уйди, уйди, зажал меня. Пора испытать. Блин, пора испытать, похоже, патроны филтритовые.
Так, сейчас, сейчас все будет, ребят. Но одному из них явно это понравилось. Уф, ладно. Но вот такие мутанты, конечно, они довольно-таки жуткие. И это довольно-таки круто. Что-то я сегодня много говорю довольно-таки, слово довольно-таки. Да ты-то откуда взялся? Все, нет? Упал? Упал. Так, что, куда мне выходить? Видимо, не сюда. Боль, может, явно было бы. Ой, ладно, сейчас найдем. Сейчас найдем. Острецов. Ты посмотри, да, какая пакость. Информационный центр туда. Да шо ж. Охренеть. Блин, я что-то сегодня лажаю, извините меня. Ни в кого не могу попасть. Короче говоря, возвращаемся. Последний чекпоинт у нас был, собственно, около битвы с боссом, поэтому мне пришлось по-новому его убить. С чекпоинтами здесь довольно-таки серьезная проблема. Но то ли это проблема, то ли это old school, каждый решает для себя сам, но я по привычке, привыкший, что игра сама сохраняется за меня, в этом плане довольно-таки лоханулся. Поэтому пришлось пробежать по новой буквально в течение 5 минут. А вот теперь мы сохранимся. Ибо нехрен, как говорится. Хорошо, хоть нет ограничения на количество сохранений. Вот тебе, скотина, за то, что ты со мной сделал. Да как ты прям в меня попал, да? Так, хорошо. Он у меня такое ощущение, что стреляет с упреждением. Ну, наконец-то ты отбегался. Фу, да, довольно-таки душные ребята, надо сказать. Блин, какая пакость. Фу, так, ну пойдемте. О, блин, как мне неохота туда идти. И мне вон туда, что ли? Вы гоните. Я не хочу туда идти. Там все в мясе. Ах, какая пакость. А, но зато есть чем поживиться. Так, микроскоп. Ствол турели. А это что у нас? Нанотриты. Микроскоп, конечно, мощный в плане детализации. Вообще, блин, как будто топором вырублен. Понятно, эту деталь мы возьмем, но сначала мы возьмем вот это и посмотрим, что у нас здесь, потому что есть подозрение, что что-то может пойти не так. Теперь можно брать. Оно живое. It's alive, alive. Так, тихо. Это плохо, да? Твою мать, как у меня достали, а? Уйди, уйди, постылый. Ugh.
Ой, уйди, уйди. Да блин. Это капец какой-то. Ну давай, ну. Кулачками-то я вас запилю. Нет, что-то, блин, нереальная какая-то жизнь пошла на харде. Но нам, в принципе, так интереснее, я думаю. Только давайте сохраняться почаще, потому что нас, судя по всему, будет много убивать. Что-то хард какой-то жесткий пошел. Блин, картечь-то у меня ноль. Что я с ней бегаю? Так, давайте филтри-то зарядим. Блин, надо убираться. Надо убираться из этого города. Тут плохо. Тут негостеприимно. Надеюсь, дорога назад не займет столько же времени, сколько дорога вперед. Потому что это натурально очень опасно. Так, это что? Молоток, детали машины с ДУ. Тряпки. О, мы, похоже, оказались в том же самом туннеле. Теперь нам нужно идти назад. Отлично. Нашим легче, нашим легче. Ух, неужто я убираюсь отсюда? Я уже успел возненавидеть этот город. Он какой-то маленько не такой. Жуть, короче говоря. Ребятушки, идите сюда. У меня для вас есть подарок. Ребятушки, ты посмотри. Ой, ой, ой. Не-не-не, так не играю. Короче говоря, осадили. Понятно, это бесполезно, придется на машине. Да что ж ты не падаешь-то? Получи, распишись. Так, надо валить, надо валить. Что-то, блин. Это может все плохо кончиться. Машина уже никакущая. Так, ну-ка, что у нас там? Все нормально. Заходим. Давайте отдадим ему этот дефибриллятор. Посмотрим, как он нам пришпандорит. Ты вернулся целым и невредимым. С трудом, доктор. Замри, пока я буду улучшать твой дефибриллятор. Это больно. Но не очень. И какая рожа у него довольная была. Ну вот и все. Теперь он в два раза мощнее, и я уверен, тебе это пригодится. Помни, отлично. Правительство беспощадно. Однажды ты попадешься, это только вопрос времени. В конечном счете ты придешь в сопротивление, но пока мы пойдем другим путем. Итак, я проанализировал образец филтрита.
Бандиты пытаются переработать филтрит в катализатор взрыва. И похоже, у них это получается. В их руках очень опасная вещь. Этот кусок нейтрализован. Неси его к Клейтону. Он должен знать, чего от них ожидать. Отдай ему. До скорой встречи, друг из прошлого. Пока. Давайте, нам сейчас быстро надо к городу проехать, как-то не встревая в стычки, по-быстрому уезжая. Потому что у нас, честно говоря, машина, вон сами видите, в каком состоянии. Так, давайте сохранимся. Здоровья, конечно, мало. Ну ничего, прорвемся. Не впервой. Добрый день. Валим. Опа. Так, ты куда? То есть ты сюда? А я сюда. Тихо. Опасно. А, ну, в принципе, самое страшное позади. Тут уж, я думаю, ничего такого не случится. Без эксцессов доберемся. Фу, дом, милый дом. Блин, надо чиниться на все деньги. На все бабосы. Ремонт. И выйти. Источник. Слышал, ты ходил к деду Классиру? Он столько всего знает. Слушай его, он того стоит. Ладно. Так, мэр у нас тут. Как интересно и как тревожно. Спасибо, что помог нам. Вот твоя награда. Ты очень способный и достойный человек. А главное, ты до сих пор жив. Шериф Блэк точно найдет для тебя работу. Так, глядишь, и уважаемым человеком станешь, друг. Круто. Ну что, выходим? И, в принципе, я думаю, на этом мы завершим эту серию. А к шерифу пойдем в следующий. Надеюсь, вам понравилось. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока.